продолжает работу Конституционная комиссия, учитывая все конструктивные предложения диалоговых площадок, общественных объединений, трудовых и учебных коллективов граждан. Вы знаете, что недавно я встречался с руководством парламента и председателем Конституционной комиссии, мы обсуждали проблемы, которые нужно сегодня решать в Конституционной комиссии. Мы разрулили все вопросы. Я внимательно слежу за работой Конституционной комиссии. Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне открыто, демократично, чтобы не к чему было даже подкопаться. В этом залог легитимности будущей Конституции, по которой будет жить следующее поколение, а может быть и не одно.